завершилась работа межведомственной комиссии, которые обследовали жилье, которому причинен ущерб в результате прошедшей стихии. Заключением межведомственных комиссий признано 278 жилых помещений непригодными для проживания и 607 подлежащих капитальному ремонту. Общая оценка ущерба предварительная 922 миллиона рублей. Распоряжением правительства уже в настоящее время Амурской области выделено 512 миллионов рублей в 2019 году на приобретение 128 жилых помещений для граждан, которые утратили его, и на ремонт 474 жилых помещений, то есть производство капремонта в них.